Премьер Интертеймент. Служба спасения, что случилось? Я не позволю ей забрать детей, они мои. Сэр, скажите мне, где вы, я пришлю помощь. Independent Square 14. Если она попытается забрать детей, я убью ее. Ты в порядке? Ну, я в норме, сержант. Ты спас этой девочке жизнь. Мало кто сознает, какое бремя мы добровольно берем на себя. Это наша служба. Основана на реальных событиях. Тебе лучше приехать. Начинают расследование. Мы получили тревожную информацию. Вызов был ложный. Но как такое возможно? Я слышал его крики с улицы. Сложный случай. Он был мужем, отцом. Ты не можешь оставить ее вот так. Я не знаю, что сказать. Надо все исправить. Поступить правильно. Я расследую убийство. Подозреваемый все еще на свободе. Ненавижу твою работу. Я не могу тебя в это втягивать, пойми. Я и так в это втянута. Я твоя жена. Скажи, что происходит? Как далеко ты зайдешь? Если самоволка, ничем помочь не могу. Чтобы раскрыть истину. Поговори со мной. Я знаю, какой ты коп. Каково это целиться в человека? Трудно дышать, сердце колотится. Слышишь, как постоянно стучит в ушах? Он умер испуганным и одиноким. Они заслужили правосудие. Выстрел вслепую.